Итак, перед началом данного видео хотел бы вас предупредить, что в данной серии, к сожалению, отсутствует звук игры. На тот момент я этого не заметил, но теперь в следующих сериях все будет хорошо. Буду более внимателен и все проверять заранее. Приятного вам просмотра. Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Биошок. Да, в прошлой серии мы с вами нашли что? Правильно, телекинез. Очень долго я его искал, конечно, но в итоге нашел. Поэтому, Саша, поудобнее. Приятно всем аппетит, кто кушает, прям вообще пить, кто сейчас пьет кофейку или чайку, или газировочку, или воду. Саша, поудобнее, надевайте пледик. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Итак, мы остановимся с вами вот здесь вот. Уёпта, испугался. Интересно, интересно. Ладно, let's go. Так, что у нас с вами? Как она там, блядь? Мы попробуем. Противопехотные. Дальше впереди есть еще одна маленькая стычка. Чтобы получить от нее, мы должны сначала разобраться с ее большой палочкой. Ух, ебать. А как я с ним должен разобраться-то? Охуеть, с большим папочкой бой, прикинь. Он стоит, я увижу, блядь. Шо?
Охуеть, ты прикинь. Погнали. Ай, блядь. Я тебя спасу. Пожалуйста. Хоть прикинь, большим бабочкой дрались. Я в шоке. Инъекцию Евы найти, блядь. Так, давай к столу сохранимся, ну нахер. Да. Иди сюда, блядь. Я чуть-чуть в офиге. Это метро. Погнали в Нептун. Нептун едем. Ебать.
Хорошо. Вот как-нибудь пораньше, кстати. Я здесь только. Зачем? Ебать. Безопасное дело каждого. Давай сохранимся с тобой. И знаешь, что сделаем? Давай-ка ты останется на следующую серию. Такая будет короткая серия, довольно-таки очень короткая. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, блять, большую папочку убили. То большого папочку с ним сражались. Что? Ладно. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Давайте.